Все, короче говоря, последний день. Сегодня уезжаю, показываю, где я проживал своим пузиком. Светил, загорал. Тут такая под дождем можно спрятаться. Всякие их не видны. Чудесные здания. Мечеть здесь поет муэдзин. Это как ее по ночам. Да, такая терраса, тут типа кто-то может еще ходить. Никого не ходил, потому что я не в сезон здесь был. А вот тут за углом, тут такой натягивается на лето. Это сетка, заборчик, и уже к вам никто не будет ходить. Летом, думаю, тут будет очень жарко. Но это как его, здесь будет бассейн, короче. И вы, как проживающие на крыше, будете самые первые в него могти залезть. И ни в кого не пускать. Место хорошее. Обменники тут всякие. Ну, короче, тут выходишь за этот дом. Там уже начинается это. Архитектура очень необычная в Батуми. Очень меня удивило. Очень высокие эти, как их называют, обрубники. Ну, или как по-нашему, камень дорожный. А, ну тут мы кушали. Летом можно загорать. А тут проживали. Мамочка. Вот я худеющий, пока еще все еще. Так, вкусно было в этой Грузии. Рыба вкусная, хачапури, сыр очень вкусная, сушеная. И это как ее, ну как тут то ли, вот и весь комнатка. Мама, как ты, была довольна или нет? Да, очень хорошо. Отлично было. Все понравилось. Вполне достаточно. Было тут нам совсем недорого, потому что я был в апреле. Мне было тут очень даже дешево. Всем рекомендую. О, ну и три слова о хозяевах. Хозяева великолепные. Угощали нас вином, дали нам дожить здесь дольше времени, чем было заплачено. Так что рекомендуем.